херово. Вначале. Решили раздобыть звезду Азуры. Сломанная, но это поправимо. Квест по поиску звезды Азуры начинается, когда мы встречаем на дороге паломника. Он говорит, что идет к Азуре. Типа помолиться. Но алтарь Азуры можно открыть и без этого паломника. Там есть девушка Арания, она ясновидящая, прислужница Азуры. Та ей видение посылает. А она послала героя. Вот святилище, обратно Винтерхолд. Там нужно было поговорить в таверне, около которой мы появляемся, в Винтерхолде, с магом Неласару. Неласару. А этот маг посылает героя найти звезду Азуры. Вот сюда. Что мы и сделали. Теперь есть выбор. Или мы относим звезду Арании и получаем после некоторой опасной процедуры звезду Азуры. Это неразрушаемый великий камень душ. Или мы относим звезду сломанную Неласару и после точно такой же процедуры опасной чиним звезду и получаем черную звезду. Не звезду Азуры, а черную звезду. В черную звезду можно души людей можно помещать только в черные камни душ. Вот. Черная звезда, которую мы получим, если отдадим магу сломанную звезду Азуры. Это неразрушаемый великий черный камень душ. Звезду Азуры можно помещать всякие мелкие и большие божества.
представителей по большей части Обливиона. Нежить, две мерзкие машины и некоторые другие существа не имеют душ, которые можно было бы поймать. Еще решающий аргумент выбора между черной звездой и звездой Азуры – это ликвидация возможности захватывать души призванных существ, которая была в Морровинде. В Скайриме такой возможности герой не имеет. В Морровинде можно было вызвать, например, лорда Триморы и захватить его душу, используя или оружие, зачарованное на захват душ, или применив заклинание захват души, потом убив призванное существо. Одновременно прокачивались боевые способности, способность к зачаровыванию и вызову существ. Так вот, если звезда Азуры не может захватывать души призванных существ, она совсем не нужна, потому что где мы вот сейчас вот на первом левеле будем искать Дримор, Даэдров и всякую такую неживность. Полубогов. Вообще, какие это боги? Elder Scrolls, мир перевертыш. Все люди здесь, считается, обладают черной душой. А светлыми душами обладают обитатели Обливиона, то есть загробного мира, черти в просторечии и всякое богопротивное мерзость. Вот такая вот загогулина с этим миром. Что-то здесь не так. Да. Ну так вот. Где мы будем искать этих дьяволов? Мы выбираем черную звезду и будем ходить просто по дорожке в Скайриме, убивать первого встречного и захватывать его душу. Легко и приятно. Мы-то хотели, как в Морровинде, тогда не нужно было вообще никуда ходить, не сходя с места вызывали. Существо призывали, захватывали душу, тут же, не сходя с места, зачаровывали предметы, одежды и оружие. Не нужно было никаких станков искать, столов и прочие. Точно, песик. Вот так. Сдавать звезду сломанную товарищу нашему.
что-то не так? Нашему товарищу магу и по совместительству колдуну раньше здесь в коллегии магов работал. Если не поставишь мне еще кружечку, с руководством можешь идти дальше. И ушел на заслуженный отдых. Вызываем лечение, выбираем и счастливый кинжал. Нет, кинжал от это, а лечение. Раз мы уже проходили это очищение звезды, и тогда мы были в легких доспехах, срочно пробежали, благо в легких быстрее бегаешь, пробежали к искомому магу, убили его в звезде и выжили. Но это нам удалось на обычном уровне сложности, а может и на максимальном, раза с 7-го. Нельзя обращать внимание, ну, не имеет смысла обращать внимание на призываемых им духов, которые закидывают нас огнем и молниями. Нужно перепрыгивать через них и неуклонно рваться к главному магу. Только так можно победить. Стендар, но сейчас у нас это она, установлен Азура. Минимальный уровень. Возможно, сложности. Это мой шанс все исправить. Я могу завершить начатое Мейлином так, как мы хотели с может, самого начала. Пройти с первого раза. Это может, значит, нет. Нужно отсечь звезду от Азуры. Нужна только черные души подвижность. Смогут входить в нее, когда мы закончим. А в тяжелых доспехах мы лишены ее пока. Не выбрали перки соответствующие. Дай мне немного времени, чтобы исследовать звезду. Я разберусь, что делать. Столько трещин и надломов. Это настораживает. Очевидно, покинув коллегию, Мейлин стал еще безрассуднее. Невероятно. Он умудрился заточить собственную душу внутри звезды, но она разрушается. Ей нужно все больше душ, чтобы поддерживать свое существование. Звезда поддерживает душу Мейлина. Я не могу ничего сделать, пока внутри нее часть Мейлина. Или мне это кажется, но как-то в прошлый раз у меня осталась и сломанная звезда, и целая. Какой-то глюк был. Я потом не знал, что с этой звездой делать. Выкинул, по-моему. Сломанную. Именно. Но нужно не просто изгнать Мейлина магией. Он выставил заслоны. Души могут попасть только внутрь, но не наружу. И если бы мы пока смогли бежите к Мейлину, каким-то образом не отправить нужно обнажать звезду, оружие. Такую, что это была бы готова сразиться с Мейлином изнутри. Героя. Я мог бы пленить твою душу, поместить в звезду, а после вернуть обратно, когда ты справишься с Мейлином. Я понимаю, что тебе нужно время для подготовки. Дай знать, когда соберешься. Ладно, стой неподвижно. Может быть больно. Во-первых, мне понадобится завладеть твоей душой.
А теперь вдохни поглубже. О, мои ученики прислали мне свежую душу. Какой? Отлично. Вариант ответа. Я как раз проголодался. Подожди. Так что мы просто escape нажимаем, но все равно нас будет атаковать, что бы мы ни выбрали. Заклинания Мейлина разрушены. Держись. Я вытащу оттуда твою душу. Крепись. Трупик обыскать. Не забудьте. Мало ли что. Жаль, что их не успеваем. Еще дымимся. Жаль, что сподвижников не успеваем убить. А не менее скоро пройдет. Может, у них тоже что-нибудь интересное есть. Дело сделано. Звезда отрезана от Азуры, и душа Мейлина познала, наконец, подобие покоя. Пусть и в небытии. Теперь ее можно использовать по назначению. Зачаровывать предметы с помощью темных душ. Черная звезда никогда не погибнет, но она больше не может удерживать белые души меньших созданий. Забери ее себе, а я хочу оставить эту главу своей жизни в прошлом. Мои поздравления, тебе удалось изменить судьбу доидрического артефакта и выжить. Да, вот так. Удалось. До встречи. Если б не минимальный уровень сложности, мы бы маялись долго. Хорошо, что эта история с Мейлином наконец закончилась. Что ты хочешь? Пивка бы. Итак, у нас есть... Черная звезда. Можем захватывать души людей. Теперь нам нужно посетить коллегию. Винтерхолда. Вот здесь. Но чтобы туда войти, нужно сдать экзамен. Или иметь прокачанное красноречие. А чтобы сдать экзамен, так как у нас красноречие не прокачано, нам потребуется... Камень Атронаха, который увеличивает магию. Нет. По-моему, здесь. Но сначала нам нужно облегчить нашего сподвижника. У него много бревен. Нет, не бревен, а поленьев накопилось. Нужно скинуть все. Продать. Откуда травишки из леса вестимо? Отец, слышишь, рубит, а я отношу. Дровишки с удовольствием купит у нас хозяйка таверны горцующая кобыла. Она работает 24 часа в сутки и скупает поленья за 5 золотых штука.
только у нее такие цены. Но у торговцев в два раза дешевле. Заходи, мы как раз подложили дров. Присаживайся. Интересно, что дрова не отягощают нашего сподвижника, если дать ему команду колоть дрова. Ты замечательный друг. Вот это дорого стоит. Мне от тебя кое-что нужно. Возникнет новый прицел, и его наводим на колоду, на которой дрова рубят. Он начинает колоть дрова. Колун ему не нужен. Он всегда при нем. В инвентаре он не указывается. Конечно. Я от золотишка никогда не отказываюсь. Может переносить любое количество дров. 1000, 2000, 10000, 100000. И также хорошо бегать и перемещаться по карте. Мгновенно. По глобальной. Вот такой молодец. Пошли. А герою сразу тяжко стало. Если ищешь работу, советую выбрать. Если хочешь подработать, наруби-ка дров для костров. Вот именно. Вот все персонажи в Скайриме, которые говорят такие слова, скупают. Опять золотых за полено. Честная плата за честную работу. 1350 за 270 полено. Друг роднокрыжий герой, он услышал мотивы насмешливый. Сверток с младенцем. Камень от Рунаха. Вот такой путь. Красотища-то какая. Здесь можно смотреть все преимущества дополнительные, которые дает экипировка и камни-хранители всякие, созвездия, на которых изображены, 50 дополнительных единиц магии, 50% поглощения заклинаний. И на 50% замедления восстановления магии. Но это не важно. Есть способ это нивелировать. Негативное влияние с помощью одеяний магов. Зачарованных. Итак. Теперь нам нужны ингредиенты еще, ко всему прочему. Здесь есть шахта, хорошая очень.
нужна для сбора ингредиента для кузницы Атронахов, к которой мы стремимся. Она расположена в подвале коллегии магов. Скайрим, так это скалолазание, в отличие от Far Cry 3, там убийственно реализован этот способ передвижения. Не дай бог дважды нажать на пробел. Первый раз он прыгает вперед и вверх, второй раз назад и вниз со скалы. Полный придурок. Стой, чужак! По кодексу Малаката эта крепость принадлежит оркам. Мы тебя не убьем, чужак, но тебе тут никто не рад. Помни об этом. Ага. Как бы вас не убили, мои сподвижники. Придется их сдерживать все время сдерживать придется. Вот искомая вожделенная шахта. И здесь же есть плавильня. Очень удобно. Если мы окажемся чрезмерно жадными и слишком много возьмем себе руды. Может подкрасться кто-нибудь. До электрических доспехов случайных. Железная руда тоже хорошо. Она нам понадобится для строительства поместья. Там очень много железных слитков понадобится. В этой шахте что хорошо? Ее не нужно зачищать. Орки хоть и матюгаются, но не атакуют. Еще здесь очень много эбонитовой руды. Собрать около 50. Это наша крепость. Уходи. Ага. Вот сейчас все брошу и уйду. Около 50 слитков руды эбонитовой можно собрать здесь. Уходи, чужак. Да я бы с удовольствием.
сдадим экзамен. Аккуратнее, если уходишь слишком далеко от города. С моря призраков дуют совсем уж ледяные ветры. Переходи мост на свой... Добро пожаловать в коллегию Винтерхолди. Я Фаральда, одна из старших волшебниц. Надеюсь, что путешествие в Винтерхолд было не слишком гадким. Скажу сразу, если ты здесь только для того, чтобы пожаловаться на нас, лучше сразу обращайся к ярлу Винтерхолда. Но если тебе нужно что-то другое, я с радостью помогу тебе. Мой долг — помогать тем, кто ищет мудрости в коллегии. И если мое присутствие поможет отвадить тех, кто хочет причинить нам вред, тем лучше. Более важный вопрос — зачем здесь ты? Возможно. Но что ты хочешь найти внутри? С юмором тут всегда было плохо. Но я думаю, твои запросы этим не исчерпываются. Думаю, в коллегии есть то, что ты ищешь. Вопрос в том, что ты можешь предложить коллегии. Внутрь не пускают, кого попало. Претендент должен продемонстрировать определенный уровень владения магией. Небольшой экзамен, с твоего позволения. Отлично. Стандартное заклинание для мастеров школы разрушения — это огненная стрела. Порази ею печать на земле. Этого будет достаточно. Нет? Ну, если ты это сможешь, я смогу тебе его продать всего за 30 золотых. Или можешь попробовать спросить у придворных магов в городах Скайрима. Они тоже продают заклинания. Вот. Теперь покажи, как ты его применяешь. Пусть слава Винтерхолда осталась прошлой. Отличная работа. Я думаю, наша коллегия будет гордиться таким пополнением. Добро пожаловать, ученик. Я проведу тебя по мосту. Когда войдешь внутрь, поговори с Мирабеллой Эрвин. Она имеет титул мастера-волшебника. Пожалуйста, иди за мной. Подвижник не дал ей зажечь фиговую трубу. Вообще жутко раздражают. Сподвижники. Коллеги, это сокровище Скайрима. Хотя некоторые предпочитают не замечать проход. И не ценить их. Как бы там ни было, коллегия выстрела. Ну и чего? Все. Ладно. Так. Сейчас идем в кузницу Транахов. Очистим ее потом. Отойдем. Очистим.
чему ты здесь научишься, будет помогать тебе на протяжении всей жизни. А то и не я не слишком люблю пустые разговоры. Может быть, тебе нужна помощь с заклинаниями колдовства? Немного найдется места, где можно заниматься тем, чем занимаюсь я, и не бояться преследований. Зараза. Этот инцидент в Морфоле просто недоразумение. Плевать на то, что там говорят стражники. Знаешь, говорят, что знание само по себе награда. Восстановление – полноценная школа магии, что бы там тебе ни говорили. Даже учитывая тот факт, позволь дать тебе совет. Ты собираешься работать в направлении, которое официально не разрешено. Тогда не говори об этом никому. Если же тебе понадобится что-то, чего у тебя официально быть не должно, приходи ко мне. Ну а если ты расскажешь кому-то о том, что я тебе только что посоветовал, я поджарю тебя изнутри. Понятно? Вот и хорошо. К некоторым видам преднамеренное убийство другого мага из коллегии – очень плохая идея. Я бы посоветовал воздержаться от таких действий.
Воровство и покушение на жизнь коллеги тут тоже не оценят. А что касается исследований, пожалуй, если ты найдешь своим действиям приемлемое объяснение, изучать можно практически что угодно. Правда, если для экспериментов нужны живые подопытные, такими вещами лучше заниматься вне стен коллегии. Ладно, давай не будем спешить. Встретимся у меня. Если тебе будет что-то нужно, надеюсь, у тебя есть деньги. Смотри. Работаю над очень важным проектом, уверяю тебя.
замечательный друг. Это дорого стоит. Конечно, я от золотишка никогда не отказываюсь. Один отдать. На другой можно зарядить. Он может нам понадобиться, если мы заразимся вампиризмом и захотим вылечиться. Необходимо заполненный черный камень душ иметь. Пошли. Я направляюсь в Солитьюд, чтобы вступить в Легион. Единая Империя — это благо для всех. Я родился и вырос в Скайриме, но норды обращаются с нами как... Помогите! На меня напали! Фэндл думает, что может увести у меня Камилу Валерию. А я меж тем ему не раз говорил, что она уже моя. Это тебя не касается, гражданском. Помогите! Убили, что ли? Государственное дело. Иди своей дорогой. Я тебя предупреждаю, здесь вершатся государственные дела. Уходи.
Зачем вы развязали пленного? Гражданский, я тебя предупреждаю, здесь вершатся государственные дела. Уходи. Иди своей дорогой. Государственное дело. Иди своей дорогой. Они не хотят нападать. А я не хочу освобождать. Так. Гражданский, я тебя предупреждаю. Здесь... Если знать... Сдохни, пёс! Умри! Душа захвачена. Thank you.
хорошо, надеюсь? Вроде никто не арестовывает. Дай-ка угадаю. Кто украл твой сладкий рулет? Ладно, схожу со своими компаньонами. Ты замечательный друг. Хорошо, пойдем поищем, с кем бы подраться.